Человек всю неделю он работает, блядь, работает, потом что значится? Такой думает, да, я поиграю, блядь. На, ёпты, поиграл. Знаешь, качай, что, капец, ты во сколько вчера работать закончил? Вчера я пришел домой где-то в 2 ночи, а что? Вот в следующий раз ты как бы не в пятницу, блядь, вспоминаешь, что надо поиграть бы сходить, а чуть пораньше, ну хотя бы в четверг. Ой, если бы спасибо. Была смс-рассылка, я бы еще согласился, а... Бля, у меня ж пельмени, сука! Сменили, жарятся, сменили. Жарятся, нормально, жареные пельмени, это охуенно. О, как игра, братишки. О, свежий, о, пуканчик, это ты? Я пирожочек. Вот ты доигрался, да? Да, он, блядь, доигрался? Так и че несешь? Пирожок с пуканчиками в бане. Хватит в игры играть-то. Какие игры, бане? Пора жизнью заняться. Так же сложно, как заниматься фистингом с оператором. 3, 2, 1, GO! В старые ёбаные времена. Инсайдерская инфа, как бы особо не разглашайте. Весь стрим узнал. Сука, у меня зубик режется, мне говорить больно. У тебя, походу, там пукан режет. Ой, блять, бан что ли тебе продлить, пиздец. На 2 перманента. Нахуй иди. Ха-ха! О, этот пуканчик забаненного пирожка. Так, все. Рация, юзер конфиг. Так. Бог лаунчер открыть. Замьютить. Ага. Анну свой замьютить. Согрелся! Переселишь меня. О, не так. Чё ты испортился 105-й, будет более лучше. Что-то ты испортился, троллишь меня, троллишь забаненного масленку. Чё ты испортил? Нет, буду не играть. У меня за те 2 года, что я играю на Воге, такое количество дел накопилось, блять, и РЛ. Каких дел? О, меня забанили на Воге. Надо как? Посмотреть, ты так. Ты понимаешь, что ли? О, а я даже за воду-то не платил. Хорошо, что меня ноги забанили. Пойду за воду заплачу, пиздец. И мусор-то мне не выкидывал. С какого года ты в армию играешь? С 2009-го, да? 10-го? Пиздец, как у тебя мусора там, наверное, накопил. Я, кстати, когда играл на Воге, забывал за газ платить. У меня полгода. 105-й, подписывай контракт и езжай воевать. Я подписал контракт, я уже воюю, пиздец. Я тут с пельменями сегодня целый день воюю, блядь. Не, ну вон, пацаны нормально там это, в мешках возвращаются домой. Это тебе не в сидячем ехать, да? Сука. Это тван. Может, 3, нет, это будет и год. Привет, ебать. Я тебя ждал. Ну так вот я и не нашел, к сожалению. Так нашел или нет? Я не понимаю, о чем ты говоришь? Ты под чем вообще? Ты что несешь вообще? Ты откуда? С Украины? Ну его нахуй! О, бля, нихуя, коннект. Ничто не истина, все позволено. Пиздец, у меня изображения нет, а ты пиздишь, блядь. Сука! Ой, блядь, лампа-то горящая! Блядь, я обжёгся! В прямом ёбаном эфире! Ёбаные школьники! Сука, лампа укусила! Блять. У меня для тебя новые поручения есть. Да какой, блять, иди отсюда, даун, блять, нажми и отключиться, потому что я не могу, у него никто не работает. Бля, кто может поставить мне галочку англоговорящий? Рубат какой-нибудь? If you do something for me. Suck my dick, suck my dick. Lick my asshole, bro. Дай флажок. Ангел говорящего СПС заранее. Есть-то с кем попиздеть-то, нет? А, тут не местных нету, да, никаких. I can talk with you. Ого! No, no, no. Speaking with you is something like anus leaking. Excuse me for that. Oh, let me try. Oh, 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 o
But and sandals. Socks? Too. I have just one sock. One sock? One sock. You know, in Russian, word for sock is no sock. Sock, no sock. I think you mean sock. What are you talking about, eh? Hello. 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 Hello, how are you? What is the radio frequency, bro? 105, bro. Copy that, bro. Okay, bro. We gonna play around some play around now or what? Bro, I have Foxy label near my nickname in TeamSpeak. So cute. Oh, I have it too. Oh, look, let's be friends. Oh, Jesus. I should tweet it. Where is my iPhone? I should take a picture that. And tweet it. Let me do it. Yeah, let me do it. Give me a yes. Okay, I took a photo. Press. You do this? Yeah, it tweeted if you can. Oh, that signal means that the tweet was successfully uploaded. Ooh. and you can see it on my page in Twitter and like it and retweet it. Please subscribe and like yes, it. Please, and you can show it to your mom and dad and grandma, of course, and grandpa. While your cousins. Can show this, your girl via fuck here. Yeah.